из-за того, что система симметрична относительно вращения, можно понизить порядок, получится система с одной степенью свободы. Угу. А ее фазовые портреты какие бывают? Фактически, вот в работах Борисова, Мамаева, Килина были как раз вот такой подход был проповедован. То есть они редуцировали аналог переменных Антуае и, соответственно, в них строили действительно фазовые портреты. Это какие-то сложные или только вот два таких, которые сейчас здесь нарисованы, окружности и восьмерки? Фактически, ну из-за того, к сожалению, они только простые. Только простые. Да. Вот это особенности этой... Они вот микровой динамикой, что... Почему же, к сожалению? А может быть, к счастью? Кто же его знает? Да нет, занимаясь динамикой твердого тела, там бифуркация гораздо интереснее, там и 2 в 4 тоже. Это как раз к счастью. И не интригальное, тор-в-тор, так сказать. А здесь за счет того, что вот как-то все, несмотря на то, что вроде и задача бифуркации, бифуркация типа B, вот она восьмерочка и умножается на S1, все. Ну, мы еще не знаем бифуркации, которые будут вот, в случае, если мы параметр B. Который параметр B? Где параметр B деформирует? То есть это совсем уж какой-то анонс. Да. Там, когда вихри, там какие-то много разных всяких случаев, когда там строят точное решение. А вот здесь, что для большего количества вихрей сделано, больше, то два вихря. А... Как только... мы перешагиваем число, равное двум вихрей, то это свойство интегрируемости общее теряется. То есть будет у нас частный случай интегрируемости. Ну, аналог томпсоновских конфигураций можно построить.